В завершении выпуска вернемся ко Дню Победы. Федерация самбо и дзюдо Сочи поздравила ветеранов и всех жителей нашей необъятной страны с этим великим праздником-клипом, в котором ветераны передают спортивную эстафету молодежи. Смотрим. Не смотри, что мы все люди разные, мало ли что там написано в паспорте. Здесь, на Кубани, у нас в изобилии разные взгляды и даже религии. Если забыл, то сейчас вспоминай. Если не знаешь, что запоминай. Мы живем в лучшем крае, в солнечном рае. Родине нашей мы песни играем. С нашими славными городами. Ветер толкует, вывезь, ребятки, есть дети новой волны. Мы не окраина, и ей не будем. Здесь наши люди, юго-восточная Европа, это мы. Это мы! Вот такое вот трогательное видео. Передавал, кстати, эстафету молодежи в данном клипе ветеран войны 92-летний Алексей Урбановский. Матч-ТВ от всей души поздравляет Алексея Ивановича и всех участников войны с 9 мая. А также вас, дорогие телезрители, с этим великим днем.